«Гонка на миллион». Что получится, если соединить роскошный седан с гоночным автомобилем, развивающим скорость до 320 км в час? Конечно же, Bentley Azure – автомобиль, сочетающий подлинный шик и беспредельную мощь. Bentley Azure. Длина 5,5 метров. Разгон до 97 км в час за 6 секунд. Стоимость 340-370 тысяч долларов. Баснословно дорогой Azure – это образец функциональности и стильного дизайна как снаружи, так и внутри. Из-за навороченных аксессуаров автомобиль весит целых 2,5 тонны. Вот почему в его основе V-образный 8-цилиндровый двигатель объемом 6,5 литров. И мощностью 450 лошадиных сил. Конструкторы добавили двойной турбонаддув и расположили двигатель по-другому. Этот автомобиль можно сравнить с ракетоносителем. Все это обеспечило Bentley Azure дополнительную мощность и позволило развить беспрецедентную для автомобиля такого размера скорость. С нуля до 100 км в час всего за 6 секунд. Невероятно мощный кабриолет сочетает в себе британский стиль, высокие технологии и почти вековое наследие. На первый взгляд может показаться, что Bentley Azure неповоротливый и медлительный. Он большой и роскошный, однако достаточно мощный для того, чтобы развить высокую скорость. Компания Bentley начала выпускать автомобили в 1919 году. Ее основателем стал британский инженер Уолтер Bentley. Он заработал состояние на производстве двигателя для истребителей Первой мировой, а затем занялся любимым делом – гонками и производством скоростных автомобилей. Основной заслугой Bentley можно считать то, что для производства поршней он начал использовать алюминий вместо привычного чугуна. Результатом стал более легкий и производительный двигатель, благодаря которому Bentley несколько лет подряд выигрывал в престижных гонках Le Mans. В свои автомобили Уолтер Bentley ставил двигатели собственного производства, намереваясь завоевывать только призовые места. Компания сохранила эту традицию и по сей день. Даже современные, более роскошные, чем их предшественники автомобили, обладают спортивным характером, характером призера гонок. Сегодня Bentley Azure может похвастаться неимоверной мощью, но это не единственная причина, по которой стоит выложить 400 тысяч долларов за этого красавца. Классический стиль – немаловажная составляющая марки Bentley. Вы, конечно, можете найти более быстрый автомобиль. Можете купить спорткар, Aston Martin, Lamborghini или Ferrari, например, но только Bentley может похвастаться таким изяществом. Только представьте, ветер треплет волосы, вы держите в руках деревянный руль Moulinair, салон обшит лучшей кожей, которую можно найти в северной части Европы. Практически каждая деталь этого автомобиля выполнена вручную, начиная с великолепного интерьера и заканчивая задними фарами. Azure занимает лидирующее место по роскоши. Каждая деталь автомобиля свидетельствует о мастерстве его создателей, включая изготовленные вручную хромированные детали, ручную прошивку кожи и отшлифованное вручную дерево. На заводе Bentley в городе Кру, Англия, ценится мастерство создателя автомобиля. Вы можете приехать сюда в любое время и выбрать отделку автомобиля на ваш вкус.
Обычный автомобиль собирают за 10 человекочасов. Но для того, чтобы собрать Бентли, заботливой команде первоклассных мастеров требуется почти 3 месяца. Настоящее качество никогда не выходит из моды. Я вожу этот автомобиль каждый день. Сидя за рулем, до конца понимаешь, насколько он уникален. Он приковывает взгляд. Я никогда не устану ни любоваться им, ни ездить на нем. Однако это удовольствие не из дешевых. По данным журнала Forbes, Bentley Azur занимает 6-е место в рейтинге самых дорогих автомобилей мира. Бентли невероятно красив, как сногсшибательное платье или эксклюзивный костюм. Вы не сидите в этом автомобиле, вы носите его. Этот красавец собран вручную. Он невообразимо мощный. Сидеть за рулем этого автомобиля – одно сплошное удовольствие. Вы не просто управляете этим суперкаром. С Bentley Azur вы будто взводите курок, нацеливаетесь и стреляете. Мощь, функциональность и роскошь – вот три главных составляющих гонки на миллион.